В Народном собрании республики прошло заседание президиума. Рассмотрели повестку дня предстоящей сессии дагестанского парламента. В частности, рассмотрит 13 кандидатур на должность мировых судей. Обновленный состав парламента должен решить и ряд структурных преобразований. Это и избрание представителей в квалификационную комиссию адвокатской палаты, преобразование в составах комитетов и изменения в регламент Народного собрания. Теперь на постоянной основе будут работать 28 депутатов. Вместо 40. На очередной сессии также будут рассмотрены внесение изменений в республиканский закон о земле и в закон, регулирующий проведение капремонта в многоэтажках. Депутатам предстоит рассмотреть еще ряд вопросов. Спикер парламента, завершая работу президиума, обратился к своим более опытным коллегам с просьбой поддержать новичков в законотворческой деятельности. Напомню, Народное собрание обновилось на 57%. Я прошу вот всех, кто имеет опыт работы, уже несколько созывов работает, прошлый созыв работал, очень внимательно относитесь к их там пожеланиям. Надо их знакомить с документами, регламентом работы, порядком работы. Там много чего есть. С законом о статусе депутата Народного собрания. Чтобы они все это знали и представляли себя. В принципе, мы все здесь люди, которые думаем о республике, о людях, о нашей стране великой. Поэтому, я думаю, все будет нормально.